Приятного аппетита. Благодарю. Что, как пицца? Да ничего, в Запорожье делают неплохую пиццу. Челентано здесь мне нравится. Слушай, а напомни, что мы в Запорожье оказались? Ну как? Позвали нас. Понадобились мы. Пойдем покажем. Ну пошли. Задача, в общем-то, предельно простая. Сюда ходят люди покушать, им надо помыть руки. Ну, поскольку туалет условно бесплатный, сюда ходят разные посетители, которые денег здесь не оставляют. Поэтому было решено немножко ограничить их просто. Мы предложили себе решение. Решение основывается на контроле роста. Каждый посетитель будет знать код, набирать его на этой кодовой панели, саму электромагнитный или модель ВКМ-280 будет открываться и, соответственно, закрываться доводчиком этой двери. А свободный выход обеспечивается кнопкой. Все очень просто. Слушай, система выглядит рабочей.